Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная лилия Уфа. Сегодня будем смотреть украшения. Очень много будет оксидированного серебра. Покажу кое-какие цепи, колье. В самом начале видео хочу напомнить, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить, либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Я отвечаю в удобное для себя время. Можете написать в WhatsApp, в Telegram-канале, в Viber. В Telegram-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Начнем. Вот такой вот шикарный комплектик. Здесь адуляр, оксидированное серебро. Штифт практически не занижен, но здесь штифт дугообразный, и за счет этого серьги вперед не провисают. Красивая реализация у адуляра. Это литва. 9 грамм весят серьги, 6000 рублей. Кулон 5500 рублей, весит он 10,8 грамм. Ушко очень хорошее, крупное ушко. На шнурок, на цепочку подойдет. Следующий комплект, тоже оксидированное серебро. Это все ручная работа. Здесь вставка лазурит. Очень оригинальные, интересные украшения. Серьги здесь весят 10,9 грамм. Цена 7000 рублей. Занижения штифта практически нет. 19,5 размер кольцо. 4600 рублей. Шинка крепкая, толстенькая. При желании можно будет увеличить, либо уменьшить. И обратите внимание, здесь серебро такое матированное. Матовое серебро, не глянец, а именно матовое. Так, следующий комплектик. Одуванчик. Тоже матовое серебро оксидированное. Интересное украшение. Украшения такие вот именно со смыслом. Здесь также практически нет занижения штифта. 12,3 грамма весят серьги, 4600 рублей. Кольцо 17 размер, 3400 рублей. Но все кольца можно увеличить, либо уменьшить. По-моему, практически все из этой серии. Шинка тоже толстенькая, крепенькая. Так, серьги игуаны, веселенькие сережечки. Здесь нет занижения штифта, это эмаль, также здесь матовое серебро, глазки цирконий, синяя эмаль. 4700 рублей серьги, 6,3 грамма они весят. Оригинальные серьги. Так, следующая модель сережечек. Это серьги с птицами. Также матовое черненое серебро. Фактурное серебро. 8,7 грамм весят серьги. 4350 рублей. Занижение штифта буквально один, наверное, миллиметр. Следующий комплект, это наши любимые барышни. Барышни на метле. Очень оригинальный комплектик. Здесь также черненое серебро. Здесь кольцо, серьги и есть такая небольшая брошечка. Тоже очень интересный комплектик. Серьги здесь весят 5,8 грамм, 3500 рублей, занижения штифта нет. Кольцо 19 размер, 2500 рублей.
И брошечка, небольшая брошечка. Так, брошечка у нас 2380 рублей. Оригинальный такой комплектик, необычный, веселый. Следующий комплектик, один из моих любимых комплектов, это кошечки. Также матовое серебро оксидированное. Очень, конечно, оригинальные украшения, просто такие неповторимые украшения. Занижения штифта здесь нет. 4,3 грамма весят серьги, 3500 рублей. Кольцо 17,5, размер 3150 рублей. И здесь есть вот такая вот брошечка, брошь-кулон. Здесь ушко есть, брошь-кулон тоже в виде кошечки. 10 грамм весит данная брошь, 5000 рублей. Тоже матовое оксидированное серебро. И очень оригинальное, конечно, колечко. Такое 3D-кольцо. Так, следующая модель. Комплект елочки с жемчугом. Жемчуг культивированный. В этом комплекте два вида колец. Сейчас покажу. Тоже матовое серебро. Здесь еще есть кулончик. Оп. Вот, смотрите. Сережечки, колечко и кулон. Серьги здесь весят 8,5 грамма. 5700 рублей серьги. Кольцо 19,5, размер 3500 рублей. И кулон 2600 рублей. Кулон. Тоже здесь такое матовое фактурное серебро. Картина, да? И есть еще кольцо. Вот такое вот отдельно. То есть подходящее к предыдущему гарнитуру, идеально из этой же оперы. Здесь кольцо у нас идет 19 размер, 2730 рублей. Интересный комплект. Так, отдельно вот такой вот браслетик. Здесь матовое серебро, вставка малахит. Здесь очень оригинальный замочек с ограничителем. Здесь в виде цепочки ограничитель. То есть, если даже расстегнется, вы не потеряете этот браслетик. Шикарный замок и сам по себе просто шикарнейший браслет. 14 500 рублей браслет. Так, размер, к сожалению, размер не указан. Сейчас померю на свою руку. Кстати, очень легко его надеть. Так, вот у меня 17 размер, видите, да? Здесь 18, 19, мне кажется, даже на 20 идеально подойдет браслетик. $14 500. Сюда к этому браслету даже не обязательно подбирать что-то такое с малахитом. Можно просто что-то из матового серебра, допустим, да, подобрать. Следующий комплект. Этот комплект я его назвала 3D дерево, потому что здесь, посмотрите, изображено дерево, такая прорезь, да? А внутри пустота. То есть вот если сбоку посмотреть, это две пластины, которые соединены между собой. И создан такой эффект. Здесь такая пескоструйка. Здесь рисунок. Шикарное исполнение. Очень оригинальный комплект. Здесь штифт дугообразный. Занижение штифта на пару миллиметров. На 2-3 миллиметра. Серьги весят 9,7 грамм, 5460 рублей.
Также здесь оксидированное серебро, 17,5 размер кольцо, 3450 рублей. Но кольцо, оно разъемное. Вон, посмотрите, какой запас шинки. То есть то, что здесь 17,5, ни о чем не говорит. Можно его разжать спокойно до 19-19,5 без проблем. И к этому комплекту есть браслет. Шикарный браслет. Браслет весит 24 грамма, размер 19-22. Здесь идет дополнительная цепь. 13500 рублей данный браслет. Так, из этой же серии, кстати, вот то, что браслет я показывала, есть кулон, но здесь кулон с кораллом. С кораллом тоже крупное, хорошее ушко, матовое серебро. Кулон весит 16,4 грамма, цена 9000 рублей. Прекрасный комплект, фактурное прекрасное серебро. Эти украшения, конечно, такие индивидуальные, эксклюзивные. То есть все украшения именно со смыслом, очень оригинально. Этот комплект, здесь у нас пейзаж, лесной пейзаж, наверное, да, ночной. Здесь луна изображена. Так, луна, елочка. Здесь листья, лес, наверное, да? Очень красиво. Вставка здесь малахит. Серьги весят 12,5 грамм. Ниточки очень коротенькие. 6200 рублей серьги. Кольцо 17,5 размер, 4000 рублей. И здесь кольцо, шинка широкая. Добротная, при желании можно будет увеличить размер, если кому-то нужно будет. И серьги, посмотрите, с обратной стороны тоже очень красиво выполнены. Все-таки фактурное серебро, шикарное, такой сказочный лес, наверное, да, этот комплект можно назвать. Так, отдельно браслетик с малахитом. Тоже очень шикарный браслет. Здесь посмотрите, какая добротная, крепкая дополнительная цепь идет. Браслет у нас весит 27 почти грамм. Размер 17-21. 18000 рублей. Малахит и оксидированное серебро. Так. Следующая модель, это у нас серьги с гематитом, серьги на петле, одна из моих любимых моделей, очень люблю их. Здесь черный — это гематит, посередине кубический цирконий. Вот эти шарики снимаются, откручиваются, продевается сережечка и обратно закручивается шарик. Серьги весят 6,6 грамма, 4000 рублей. Прекрасная модель. Так, с оксидированным серебром, с комплектами разобрались. Сейчас будут комплекты, радированные комплекты с темными вставками. Синий авантюрин. Здесь замочек идет полупетля. Прекрасный комплект, как ночное небо. 9,2 грамма весят серьги, 5700 рублей. Кольцо 3700 рублей, 19 размер. Замочек полупетля на любую мочку уха. Так, следующий комплект тоже синий авантюрин. Также радированное серебро и замок тоже полупетля, но здесь... И в предыдущем, и здесь тоже это граненый авантюрин. И здесь также полупетля, но более такой прямоугольной формы комплектик. Предыдущий комплект такие квадратики, здесь уже
прямоугольнички, более вытянутая модель. 8,8 грамм весят серьги, 5100 рублей. И кольцо 19 размер, 3000 рублей. Граненый авантюрин. Так, и еще один комплектик тоже с авантюрином. Здесь он маленький, аккуратненький. Также замочек идет полупетля. Такой вот комплектик. Серьги здесь весят 4,7 грамм, 3150 рублей. Кольцо 19 размер, 1500 рублей. Очень такой нежный, очень аккуратный комплектик. Не крупные. Все предыдущие были покрупнее. Так, отдельно колечко с ониксом. Оникс и кубический цирконий. Размер 18 размер, 1500 рублей. Черный оникс. Так, комплект с черным ониксом. Граненый комплект. Ой, граненый черный оникс. И замочек идет здесь. Полупетля. Такие серьги, конечно, подходят на любую мучку. Серьги весят 9,2 грамма, 5700 рублей. Кольцо 3460 рублей, 17,5 размер. Хорошенький комплектик. Так, и еще один комплект, тоже черный оникс. Также граненый. Здесь, конечно, такая более вытянутая модель. И здесь замочек на английском замочке. Здесь идет комплект. Граненый оникс. Радированное серебро. Серьги 3900 рублей. Весят они 5,8 грамм. Здесь нет занижения штифта. Кольцо 18 размер. 3150 рублей. У всех комплектов очень крепенькое такое толстенькое серебро. Шинки толстые, то есть не фольга. Хорошие модели, добротные крепкие комплекты. Так, далее хочу показать браслеты. Объемные браслеты. Данный браслетик указан 18 размер. Цена 5850 рублей. Весит он 8,4 грамма. Но указан 18 размер, но на 17-17,5. На 18, то есть можно его надеть на 18, но будет прям впритык. Если кто-то любит вплотную, то на 18 подойдет. Если кто-то любит свободненько, то лучше тогда на 17 такой браслет. Следующий браслет тоже очень такой стильный, современный браслет. Здесь разные плетения. Шикарный браслет. Смотрится на ручке безупречно. Очень так стильно выглядит. 17,5 размер длина браслета. 5000 рублей. Весит почти 11 грамм данный браслет. Следующий браслет. Тоже такая якорная цепь. Очень стильный браслетик. Размеры есть 18 и 19. Цена 4500 рублей. 6,2 грамма весит данный браслет. Здесь звенья гладенькие. Есть такой же браслет, звенья с насечками. Вот такие вот насечки. Двадцатый браслет, то есть он будет на 19 браслет, вот такой вот браслетик, 4650 рублей. То есть если вот я показала предыдущий браслет на 18 и 19, то есть вот 18 размер подойдет на 17 размер. Опять-таки, если вы хотите посвободней, вот этот браслет 19, он на 18 будет хорошо. Но если хотите посвободнее, если нужно впритык, то размер в размер можно брать. Следующий браслетик тоже очень такой интересный, оригинальный браслет. Здесь также разные плетения. Очень интересный. 19,2
длина браслета полностью, но здесь можно застегнуть на любую длину, начиная вот там 15-16, 2500 рублей браслет. Стильный браслетик. Так, следующий браслет тоже очень такой интересный, современный, с крупными звеньями. 17,5, но тоже можно застегнуть и на 15, и на 16. Длина максимум 18 в данном браслете, 5200 рублей. Шикарный браслетик. Крупные звенья, весит браслет 11,5 грамм. Так, браслеты закончились. Колье. Вот такое вот колье стильное с крупными звеньями. Длина 45 сантиметров. Можно и покороче его застегнуть при желании. Здесь звенья позволяют. 5800 рублей. 45 сантиметров. Колье родированное. Так, еще одно колье тоже с крупными звеньями. Здесь длина 45 сантиметров. 45, 7350 рублей. Так, интересно, можно застегнуть на любую длину? Сейчас я посмотрю. Звенья, если позволяют, то можно тогда будет и на 40 застегнуть. Ну, в принципе, да, вот смотрите, я застегнула на другую длину. Можно как галстучек, как чокер носить. Длина здесь 45, цена 7350 рублей. Далее, колье тоже такой микс. Здесь и звенья разные, и покрытие, то есть есть родий и золочение. Шикарное стильное колье. Длина данного колье 45-50 сантиметров, 13400 рублей. Весит почти 25 грамм. Шикарное, конечно, оно очень даже. По-моему, у нас есть серьги к нему. Так, следующее колье. Косичка, как мы его все называем. Шикарное колье, 50 сантиметров, 6000 рублей. Оно такое плоское, прекрасно ложится на шею, 50 сантиметров, весит почти 19 грамм. И один браслетик только остался из этой коллекции. 18 размер, 1540 рублей. Ну и на 17 хорошо сядет этот браслетик. Так, что тут у нас дальше? Цепь. Черный родий. Черный родий. 50 сантиметров. Цена 2900 рублей. Здесь круглый якорь. Тоже такая хорошая цепь. И перлинка. Перлинка тоже черный родий. 45 сантиметров. 1900 рублей. Прекрасная. Цепочка прекрасная. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!